Так я думал, что и жизнь такая. Я и не думал, что вот есть такие, которые друг с другом жить там не могут. Какую-то злость. У нас этого не было. А военные годы помните, да? Кого? Военные годы. Военные годы тоже работали без отдыха и без всего. Все делали. И взрослую работу, и детскую, и свою. Все работы выполняли. И мы никогда не отказывались. Что нам предложат, мы все делали. В колхозе вы работали, да? Работали, в колхозе работали. И так вот, какие общественные были работы, все выполняли. А как вас судьба привела в Бавлы? А в Бавлы меня судьба привела. Это я еще была ученицей, потом, когда уже закончила вот это в деревне. Мне удалось сюда прийти. Это Владимир Викторович? Да. Вот, и поэтому... Сын? Да. Да. Поздравлять вас пришли. Потом поговорим, да. Ладно? Ладно. Дай Бог. Нет. Вот. Спасибо.